капал пылесосом? Это пылесос. Обязательно, а тут пылесос это самое. Кушают этого. Да, потом не найдешь. Ой, спасибо, Эля. Мы идем мамой, мне на работу помогать. Эля, иди. Мама, Люся? Нет, прям еще на кухне, солнышко. На кухне посмотри. Там, смотри, вот. Нет. Ой, у нас два помощника даже у мамы, да? Пляс молодец, Никос молодец. Мама, ты не уходишь. Мама, я не уставаю. Не устаю? Нет, хорошо, ты помогаешь мне. Мама, ты мне помогаешь. Молодец. Уже все? Нет. Я помогай маме. О, молодец. Все? Нет, работает, работает. Поменьше просто. Не так громко. Почему? Работает, работает. Почему? И сюда? Угу. Там. И вот тут, видишь, с этой стороны. Кто-то крепко ушел. Мама, у него батарейки сели. Чистисто. А здесь, с этой стороны? Опа, еще один помощник пришел. Два помощника. Два помощника, три помощника уже у мамы. Ух, тихонько. Молодец. Вот здесь смотри, Николасик. Я вижу. Вот, молодец. А это не болезнь. Окей, ну потом тогда щеткой, хорошо. Хорошо, поясился, Лю. Молодец. Не устал? Да, я не уставаю. Угу. Ты не устаешь? Я люди ем. А Эляс, наверное, устал. Он хочет закончить, наверное, да? Я. И ты тоже хочешь закончить? Да. Ну давай тогда ставьте на место пылесос. О, нет, это пыль. Нету теперь пыли, грязи, да? Угу. Чистота. Когда ты в следующий раз будешь пылесосить, скажи маме? Какой день? В следующий раз. В следующий раз, когда? Как-то будет 10 раз. Хорошо, спасибо. Я молодец. Умничка, давай тебя поцелуем.